Нички не повредить. Тут красиво мы не умоем, потому что плохо очень. Так. Это смывать макияж, да, какое-то средство? Да. Клинсин гель. Чтобы кожа у нас была чистенькая. Потом мы нанесем анестезию. И только потом уже, когда все обезболится, тогда только будем проводить мезотерапию. Выключим, что было. Это крем анестезия, да? Да, это анестезирующий крем. Мы его не экономим, наносим побольше. Но много тоже нельзя, потому что потом будет долго отходить неприятные ощущения. Сколько времени лежит? Полчаса минимум. Это, наверное, в зависимости от болевого порога, да? Ну, кому-то дольше, может. Кому-то. Бывает, девочки вообще делают без анестезии. Я у кого тоже делаю. Высокий болевой порог. Делаем. И по 30 минут, и по часу. Чтобы совсем уж было не больно. Девчонки, сейчас рассказываю вам, показываю, как я ухаживаю за лицом. И мне нанесли анестезию для того, чтобы сделать потом укол Эдмая, которые придают коже как бы подтяжку, лифтинг. И я вам могу сказать, что ранее у меня кожа была более такая уставший вид, то сейчас она свежая, очень сияет. Это как бы не очень дорогая процедура, но она безумно эффективная. У меня даже впиталась лидокаин. Хотя Медмая просто еще много всего. Вот какое у нее лицо красивое. Угу. Это, наверное, как называется эта процедура? Процедура называется мезотерапия. Препарат содержит гиалуроновую кислоту и Дмая. Дмая – это диметиламиноэтанол. Применяется он для лифтинга кожи, для упругости ее, для увлажнения кожи. Ну так, после анестезии терпимо, но есть такое легкое, комарик кусает. Он не делается папулами. Совершенно после процедуры будет легенькая краснота, которая через часик уйдет, и девочка может идти на свидание или на работу. Ну да, он где-то через полтора часа. Все проходит, у меня кожа такая светлая. Милые девушки, наша процедура подошла к концу. Занимает она минут 15 плюс анестезия. Есть легкие покраснения, но они достаточно быстро проходят. Всем приятного просмотра и пока!